победы досрочные. Практически не так давно, а точнее, если быть, в мае 2018 года предыдущий свой поединок провел Равшанбек Умурзаков, и тогда судейским решением он вырвал победу у Ильи Реутского. Мы смотрели этот бой. Все свои поединки Равшанбек провел под эгидой РМК промоушена. Сегодня он проводит свой пятый поединок. Очень большая, достаточно серьезная фан-база у него уже есть. Мы знаем, что к этому поединку он готовился совместно с боксерами из РМК промоушен, провел достаточно хороший сбор. Ну и вот сегодня он выходит для того, чтобы показать нам высокий уровень боя. Ну, надо сказать, что достаточно серьезная оппозиция ждет Равшанбека сегодня в ринге. Смотрим. Да, если так судить по рекордам его соперников, то это, пожалуй, такая первая настоящая серьезная проверка для Равшанбека. Из города Параньяке, Филиппины. Ему 29 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 65 килограммов, 150 граммов. Профессиональный рекорд. 46 боев. 36 побед, 13 одержанные нокаутом. 8 поражений, 2 ничьи. Это... Его соперник в красном углу, боец из России, город Екатеринбург. Ему 25 лет, рост 179 сантиметров, вес 62 килограмма, 400 граммов. Профессиональный рекорд. 4 боя, 4 победы, 3 одержанные нокаутом. Не знающий поражений, Равшанбек Умурзаков. Рефери Виктор Панин. Джентльмены, please. Down head, then rest. Down to the ball, below the belt. And fail during the combat. Good luck. Shake hands. Corner. Итак, уже традиционно показывают нам возраст, рост и вес бойцов. Какой-то очень сильный перевес по данным РНК у Эдена Сансана, но я думаю, ничего страшного, это какая-то ошибка. Да, мы видим, что есть преимущество в длине дистанции у Равшанбека Умурзакова. Оба бойца начинают этот поединок в стойках левши. В желтых перчатках у нас Равшанбек Умурзаков, в красных перчатках Эден Сансана. Подбирается так с дистанции за счет передней руки Равшанбек к своему сопернику. Да, пользуется у Умурзаков преимуществом в радиусе размаха рук, о котором мы ранее уже сказали. На самом деле, многие боксеры, работающие в стойке левши, говорят, что действительно это есть определенно... Ох! И точное попадание. Хотел сказать, что это проблема, да, для левшей, работать с левшой. Точный джеб. Но вот мы видим, Равшанбек Умурзаков отправляет в нокдаун, а возможно и в нокаут своего соперника. Да, это нокаут. Очень точный джеб выбросил Равшанбек Умурзаков. Сейчас мы посмотрим повтор. Ну и в принципе все закончено в этом поединке. Да, первая досрочная победа у нас сегодня вечером и сразу такая быстрая. Давайте.
Уважаемые дамы и господа, на 58-й секунде первого раунда победу нокаутом одержал Равшанбек Умурзаков! Победу, да, досрочную победу одерживает Равшанбек Умурзаков. Без сомнения, огромные поздравления Федерации профессионального бокса Узбекистана. Сегодня бойцы этой федерации показали прекрасные поединки. Ну и, конечно же, уважение Эдену Сансана, бойцу из Филиппин, что он приехал сюда и попробовал выиграть этот поединок, но, к сожалению, для себя у него это не получилось.